что вы владелец авиакомпании. У вас самый быстрый, комфортабельный пассажирский транспорт, но и одновременно самый дорогой. Что вы сделаете, чтобы ваша компания оставалась на плаву, а лучше приносила большую прибыль? С постоянным ростом цен на топливо и повышением арендных ставок в аэропортах просто невозможно снизить цены на билеты, и сильно завышать тоже нельзя. Приходится с помощью рекламы, скидок, различных акций привлекать новых клиентов. Но все это не очень эффективно. Лучше всего клиентов переманить. Откуда? Из других видов транспорта. Так появился проект под названием «Плацкарт». Пиар-отделы авиакомпании решили играть на вашей жадности. Все для того, чтобы вы поняли, что самолет – это лучшее, что вы можете выбрать. Итак, покупая билет на поезд в плацкартный вагон, вагон пониженной комфортности, так сказать, вы будете окружены специально обученными актерами, которые играют роли громко храпящих стариков, орущих детей или пьянющих дембелей, возвращающихся домой с криками, драками, песнями и водкой, которая льется рекой. Они специально периодически спускаются с верхних полок к вам на нижнюю, чтобы покушать свою жутко воняющую на весь вагон курицу с яичками. Именно они закрываются в туалетах перед остановками, чтобы вы не успели зайти в него перед санитарной зоной. Наконец, они специально обрабатывают ноги жидкостью, запах которой заставит вас поверить, что вы решили переночевать на горе грязной одежды работников филиппинских зерновых плантаций. Согласитесь, проведя сутки в такой компании, вы можете навсегда для себя решить перестать экономить. Ведь лучше уж переплатить, но всего за несколько часов с комфортом перелететь из точки А в точку Б, чем вот так трястись на боковушке у туалета под аккомпанемент Стаса Михайлова, раздающегося и скрипящего динамика старой мобилки. Но, зная правду, вы можете исправить свое положение и обхитрить коварные авиакомпании. Поскольку в вагонах вас окружают актеры. Ненавязчиво, но громко пустите слух, что на станции, который вы вот-вот проехали, Никита Михалков снимает свой новый фильм. И ему жуть как нужна массовка. И вам останется лишь наблюдать, как все эти дети, старики и дембели начнут выпрыгивать из идущего состава.